Всем привет, дорогие друзья! Скоро близится Новый год, а это значит, что пора бы сыграть в какую-нибудь новогоднюю игру, которая придает новогоднего духа и поднимает настроение. А это у меня «Мафия 2», так что приятного просмотра. Так, что мне тут надо? Я не понимаю. Я вот каждый раз дохожу до сюда и не понимаю. Тут что-то, по-моему, надо взять. Или нет? А, вот, спрячься за стену, все понял. Ну? И? Что-то же должно произойти. А ну? Стой, как? Я не могу вот вернуться. Или что сделать надо? Алло? А! Блин, на самом деле Definitive Edition что-то не особо отличается. Она отличается только тем, что не оптимизирована, и время от времени игра как-то просаживается. Но я еду, и все, вот, вот снова, вот просто пролагало. Я не знаю, с чем это связано на самом деле. По настройкам все нормально. Что, ну что, давайте я сделаю типа 60 FPS. Давайте, раз на то пошло. Почти 3. Что-то изменилось. А, я понял, еще хуже, по-моему, стало, да? Что за бред, я не понимаю. О, хотя, по-моему, все. А, ну оно все вроде не лагает. Ну, че? Что? Что? Не, на самом деле переиздание «Мафии 2» не такое уж и плохое. Хотя нет, я ошибся. Так, до дома буквально чуть-чуть. Воу. А если бы в меня? Вот что значит дом, милый дом. Да знаете, тут всего пару гаек надо было подкрутить. Спасибо тебе большое. Да не за что, не за что. Не благодари. Можете даже не благодарить. О, достижение дали. Прикольно, прикольно. Так, куда мне... Так, полиция Empire Bay требует от водителей соблюдать скоростной режим. Да это без проблем, чё, водить не умею. Я в GTA San Andreas прошел всю автошколу. Я не понимаю, почему никто не хочет давать мне ключи? Я же ничью машину еще не разбивал за это время. Хотя, в принципе, я только с войны вернулся. И не успел до чьей-либо машины добраться, но это не важно. Ключи мои, газ мой. Так, все нормально, пока держусь. А, ну, небольшая царапинка. Я думаю, ремонт дорого не обойдется, в принципе. Чтобы вы понимали, я тогда серьезно не хотел врезаться, это просто занесло. Так, тут мне надо в автосервис вроде, и надо сменить номера. Отвечаю, я этого никогда не делал, но я думаю, вы уже сейчас поймете, что сейчас будет. Ну слушайте, выглядит действительно не так плохо, как я думал. Так, куда... О, там что? А что? Что тут происходит? Алло. Полиция Empire Bay меня в чем-то предупреждала и подозревала. Вы только что человека сбили, ничего страшного. Алло. Я так понимаю, это тут нормально, да? Здравствуйте, может документы предъявите? А какая... Какая заманчивая надпись сейчас была? Слушайте, а почему бы и нет, собственно говоря? А ну-ка. Ну, раз только подозрение, это не факт, что я ее угнал. Эй. Фак. Я только с войны прибыл за ограбление. Еще мне платить? Хороший удар, я так понимаю. Текс. Закладываем в повод... Так, мне надо где-то съехать, а как... Никогда такого не знал. Столько лет в «Мафию» играл, первый раз такое вижу. Если вы думаете, что драки в «Мафии 2» просто превосходны, то вы
чуть-чуть ошибаетесь, а в них все же есть минусы. Хотя все же это Definitive Edition, и я думаю, это нельзя засчитывать. Так что посмотрите, что сделали тут. Так, добивочка, пам-пам. Ты немного перила в зубы взял. На, подавись. Блин, братан, подавился, мне кажется, только ты. Хочет денег. А, я помню, что будет в этой миссии, я четко помню. Это сейчас будет жесткий махач вообще с этим мужиком. Я помню, что в детстве я проходил, это еще было тяжело. А ну-ка, давай, легкий удар пропустил. Блин, они тут очень... Че? В натуре? Аж земля затряслась? Это была самая легкая драка в моей жизни. Так, хотя бы стелс, я надеюсь, остался прежним. Потому что то, что я увидел в ангаре у Дерека, это было ужасно. Все. Ты вот сейчас серьезно, да? То есть ты... Ну что за бред? Ну я в натуре... Я даже подождал его, пока он сходит, неблагодарный. Слушайте, я вижу, как сидит последний персонаж, и я понимаю, что сейчас должно произойти. Я же не убью его... Че? Оу! Вот что значит тактика бесконтактного боя. Так, тут я вспомнил, что сейчас будет. Тут, по-моему, мы будем идти по краю, и надо будет балансировать. А, или нет? Не хочу садиться. Тебе только что в сердце пулю выстрелили. А ну! Ну? Че, все? Алло? Мини-карта показывает обратное. Тебе там по кайфу стоять на краю обрыва. Хотя, в принципе, я сильно от тебя не отличился. А если серьезно, где... То есть вот так, да? Классная миссия, я даже залезть их убить так не могу. Я просто не могу залезть на край крыши. Такой бред. А ну, а если я просто спущусь, они... У меня аж пролагало, и я пустил шальную пулю, которая убила одного мирного полицейского. Так, теперь мне надо к Джо, да, добежать? Хотя, знаете, у нас даже с ним костюмы похожи. О, товарищ полицейский, здравствуйте. Куда вы идете? А ну-ка. Тебе что-то не нравится? Да мне, в принципе, все нормально. Да, кстати, с этим у меня сейчас все в порядке. Я только после войны, со мной все хорошо, чувствую себя отлично. Спасибо. Да не за что. Че, пройдем? Или дальше будем стоять в дверях? А ну, припаркуйся. Ну, алло. Дай ключи. Открой домофон, я код от подъезда забыл. Ясно, еще один неинтересный полицейский. И, Джо, я бегу к тебе, подожди меня, никуда не уходи. А ну-ка, а где есть свободные нормальные машины? О, там еще военный. Какого? Кого смазывать? Мне кажется, ты на войне явно не воякой был, а немного другим занимался. Че, ты подраться хочешь? Ну давай, посмотрим, чему тебя там научили. Ай. Это, конечно, было весьма неприятно. Но я готов к такому труду и обороне. Фак. Из-за тебя полиция приехала. Беги. Хотя ты уже никуда не убежишь. Да, здравствуйте. Штраф $200. За что? Он первый на меня напал практически. Да ладно, забирайте. У меня сейчас с деньгами все хорошо. Хотя все же... Знаете что? Боже мой, что верните мои деньги назад. Блин, неудачная попытка. А вот с дробовиком все намного проще оказалось, чем я думал. Ну и спасибо за просмотр, дорогие друзья. Я хочу пожелать вам только удачи в написании декабрьского сочинения, потому что оно уже вот-вот и ждет оно... В частности, меня тоже, ведь 11 класс на носу, ну и так далее. Еще я вам пожелаю хорошей подготовки к такому празднику, как Новый год. Ну и всем спасибо, всем пока.